Я сейчас выйду на пляж, здесь сразу выход на пляж, сидит охранник всегда и смотрит, чтобы у всех были браслетики на всех выходах. Потому что здесь по территории отеля все сауна, рестораны, дискотеки, ночные клубы, все бесплатно, а там на пляжике могут отдавать, отдыхать другие люди, я так поняла. Вот здесь, кстати, не сказала, вот здесь вот бывает рынок вечерний. Приезжает и уезжает. Ну и вот мороженое, водные процедуры, цены. Вот парашюты, $70 на двоих. Все, что душе угодно. Вот вход на пляж. И вот сидит этот самый мужчина, милиционер, который следит за всеми. Ой-ка. Ой, красота. Зайдешь на пляж, по-моему. Вот этот самый пляж наш. И вот здесь вход такой, камни пологие, можно хорошо войти. С этой стороны камни такие разнообразные, а с этой стороны все заходят, потому что детки даже купаются, что там нормальный вход в воду. И для тех, кто любит чистую воду и сразу быть на глубине, вот здесь спускаются по лесенке с двух сторон. И там даже на лежаках отдыхают, ныряют. Раздевалочки. Хорошо. Тут даже пробки не тонут. Не то, что как мульки. Иди к ним, а то сейчас обидятся. Иди, давай, давай. Хабиби, последний день там. Хабиби, слушай, надо. Хабиби. Хабиби, осчастливи ее. Этот канат разделяет вас. Виталик, беги, пока не поздно. И тут Гончаров решает попрыгать. Там никого нет? Нету.
это приход был. Нормально. Вы создали цунами. Виталя, как ты себя чувствуешь? Отлично. Об кого? Об тебя? Человека? Таранки плавают. Кактусы кругом. Приветливый все очень. Ну и вот мы прямиком упираемся в корпуса, которые строились раньше. Они мне чем-то напоминают греческие домики, такие синими заборчиками. И вот если вы видите, хоть и старые корпуса, на первые этажи вот пластиковые окна, и как бы неплохо сделано, вторые чуть попроще. Вот здесь еще находятся типа кафешки. Сейчас не работает пока в вечернее обычное время. Здесь начинает кипеть все просто. Ну и вот вы видите ближайшие корпуса, которые к морю. Я не могу сказать, какие они. Наши живут друзья в номере 122-0-1220, короче. Это буквально 2 шага от моря. Сейчас я к ним зайду в гости. Если они дома, я вам покажу, как они живут. Знаете, сами домики, вот если вы посмотрите, просто, ну, хорошо сделано, действительно, вложены деньги. Несмотря на то, что их делали, ну, видно, что, наверное, ремонтировали. То есть сами корпусы очень хорошие. Везде очень много цветов. Вот такое ощущение, как в Греции или на Крите.